что, мы сегодня запишем... Подожди. Я вот про что говоришь, надо же все это же организовать. Это же не режиссер делает. Режиссер? Нет. А кто? Это делает продакшн-менеджер. Когда снимали «Росомаху» в Токио, сюда приехала женщина, продакшн-менеджер, и она, за 3 месяца до начала съемок она приехала в Токио, и здесь уже непосредственно подготавливала все к съемкам. То есть это не режиссер приехал за 3 месяца сюда и что-то здесь организовывал, а именно продакшн-менеджер, без которого съемка вообще никак не может состояться. Чтобы все вот это собрать вместе, все составляющие, да, организовать, для этого нужен продакшн-менеджер, который всем этим занимается. Правильно? У нас-то его нет. Сейчас она посмотрит, есть ли у них на складе эта Лиза. Наверняка, конечно же, у них есть. Да, мы сейчас находимся в магазине Йодобаси. Здесь, кстати, в этом магазине можно даже торговаться. Я когда камеру покупал, я сторговал, сбил цену где-то почти на 10 себе. Потому что сказал, что это очень дорого стоит. В этой камере нет английского меню, например, да? Я у них очень много всего купил, и камеру, и батарейки, и линзу. То есть там больше, чем 200 тысяч я у них закупился, поэтому 10 они мне сделали скидку. Давайте, ребята, еще немножко собьем цену. До. Потерялись. Ай. Аримаска. Аримаска. Куно камера, му, куно месели коты. Не зима, но эти коты. Нанамайон сен питтари грай. Ну, что ты? Нанамайон не сен грай. Так, ну что, видишь, торговались на полторашку. Полтора косаря сбила, говорит, ну только на 74 тысячи могу согласиться. Я говорю, да хотя бы на 73 для баланса. Она говорит, нет, только 74. Не смог я ее убедить. Но все равно хотя бы полторашечка на кофе. Я покажу этот весь камуфляж-мляж. Тут настоящий. Можно все потрогать, да. Все муляж. Муляжные камеры, и в них даже заменяется этот. А, Лиза можно заменять, да. Можно сменять Лизу на муляже. Сэмпл. Классно, как сделано, а? Все можно потрогать, эргономику все потрогать. Ну просто это не особо нужно, потому что здесь и так можно все потрогать, как бы, да? То есть зачем трогать муляж, когда у тебя настоящая камера вот перед тобой. Ее можно в руках покрутить. Его уже тут 100 часов человек вертел, мне потом надо будет дезинфицирующими салфетками пользоваться после этого. Топовые камеры японских производителей. Надеюсь, что скоро спонсоры откликнутся и заметят, и начнут камеру просто так давать. Потому что пора уже давать эквипмент просто так, уж сколько можно транжирить на это деньги. Честно заработанные, между прочим, актерской карьеры. Я не знаю, у меня с собой кредитка есть, а по-моему, ее нет, она у меня дома лежит. Связано? ATM, то Аримаску? ATM, Аримаску. ATM. ATM, ATM, ты да. Уканы урос. А, ATM, да. ATM. ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、高橋さん。Что, пойдем снимем деньги? Потому что я уже которую сотню тысяч йен трачу на эквипмент для канала. Поэтому, ребята, вот мы сейчас покупаем линзу. Если вы хотите внести свою лепту, можете это сделать по реквизитам, которые находятся в описании к каждому видео. Да какие ощущения сейчас? Деньги придется тратить, свои собственные, бабло.
Деньги, деньги, деньги. Сколько? 80 тысяч. Почти 80 тысяч стоит линза, которая снимает широкоугольно. Вот, мы хотим разнообразить наш контент, снимать более интересное, более широко, поэтому приходится бабло на это тратить. Это, конечно, главное — это контент, а уже потом, как этот контент снимается. Но так как сам контент у нас вроде на более-менее на хорошем уровне находится, поэтому остается только его еще больше улучшать. Да, надо бы еще, конечно, можешь себе взять эту карту памяти, которая будет снимать слоумо. Но это, наверное, потом. Большую карту памяти. Да, на слоумо, которую снимает. Но это я потом посмотрю, какая для этого лучше годится. Потому что пока еще точно я не знаю, какая именно. Потому что эта камера, она снимает слоумо хорошо. А так как мы планируем снимать небольшой клип скоро, поэтому нам для этого нужна как раз широкоугольная линза, объектив и карта, которая снимает слоумо. Да. Анбоксинг может сделать еще. Анбоксинг. Так, ровно 74 тысячи. Ну что, расстаюсь с деньгами. Но на дело деньги уходят. Я, конечно, не фанат, но я покупаю оборудование только когда это действительно необходимо. То есть даже эту камеру я купил, когда у меня старая моя уже начала глючить по всем фронтам. Какие права потребителя? Можно вернуть камеру в течение месяца, без объяснения даже причины. Но вот если месяц пройдет, тогда можно только и по гарантии сдавать. Везде обычно 2 недели. Месяц, я уточнял, здесь месяц. Да, везде 14. Так что в Японии гораздо выгоднее. Ну, в принципе, да. Поэтому да, ребят, обязательно покупайте камеры и эквипмент только тогда, когда уверены, что они вам на 100% нужны. Потому что есть такая вероятность, что вы купите и никогда не будете использовать ее. Просто положите на полочку. Поэтому вот когда действительно вы упираетесь в своем развитии, вы упираетесь именно в то, что вам не хватает ресурса, вот только тогда надо покупать себе что-то. А не раньше. Вот я хочу что-то снять, вот мне для этого нужна камера. Нет, ты сначала пойми точно, что ты без этой камеры не сможешь это снять. И вот только после этого ты покупай. Вот я сейчас тоже думал, смогу ли я снять то, что я хочу снять без широкоугольного объектива. Смогу, но это будет не так круто и не так хорошо, как я хотел бы. Вот, и это именно по этой причине я и купил этот объектив. Гарантийный талон как раз. Так, ну что, ребят, давайте сравним до и после. Оп! Ну что, чувствуете разницу? Я стала намного. Задник поменялся, шире стало. Есть разница? У тебя лицо стало уже, по-моему. Ну да, зато все вокруг меня-то шире. Я взял зачем-то свитер с собой, потому что я еду сегодня в Нагано, в Каруизаву. А там минусовая температура утром. Вот я поэтому взял с собой свитер, на всякий случай, чтобы там не примерзнуть. Я думаю, может, это было зря, потому что сейчас совсем не холодно. Да, чувствуется. Все? А, он только по чуть-чуть выдает дозы. По чуть-чуть дозирован очень выдает. Выдает, как это называется-то? Дезинфекция против бактерий. Если вы хотите нанести спирт на свои руки и продезинфицировать их таким образом, то вот обязательно воспользуйтесь. Боярышник. Местный. Здесь даже дефибриллятор. Как он называется правильно? Дефибриллятор. Дефибриллятор. Смотри, здесь даже есть дефибриллятор. Дефибриллятор, блядь. Дефибриллятор. Можно оживить человека. Либо убить, наверное, да? Но написано, что будет сирена, если открыть.
Можно попробовать, конечно, лучше, наверное, не рисковать. Спасибо всем за просмотр, друзья. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте палец вверх, напишите ваш комментарий. Мы готовим еще очень много интересных сюжетов. Если вы впервые на канале, обязательно подпишитесь. И мы увидимся в следующих выпусках. С вами был Сергей Куваев из Токио. Всем пока!